Идти по сусекам, поскреби, а вовсе наберешь муки. Ну ладно. Пошла бабушка, по амбару помела, по сусекам поскребла. И мука у нее получилась. Да. И слепила она, и испекла кого? Колобка, ну-ка, дорогого колобочка. Дедушка, вот у него лопата. Он, наверное, Маша пошел на гуревку. На огород сажать, да? Да, пошел репку. Дедушка пошел на огород. А бабушка в домик пошла по хозяйству управить. А колобок лежал на кушке. Покатился. И прямо в лес попал. А в лесу его повстречал. Зайка. А что зайка говорит, Клава? Давай вот сюда, зайчик, давай. Зайка говорит. Клава, я тебя съем. Да? Что зайка говорит? А Клава кому отвечает? Не ешь меня. Послушал вот всю мою песенку. Зайка, твою песенку. Я Клава, по амбару метен, по сусекам скребет. Мама. На сметанке мешан, печку сажен. Я от бабушки ушел и от дедушки ушел. Я тебя, зайка, убегу. Стой, кричит зайка. А колобок укатился, только его зайка и видел. Остался зайка нищим. И тут повстречал Маша. Это кто? Зайка. Это какие Маши, мальчики? Маша еще не брала. Это кто? Волк. Да, волка повстречал. Вот, подожди, давай волка посмотрим. Вот он, волк. А как волк воет? Как он воет? Ой, какой злой волк, да? О, зубастый, серый волк, я тебя съем, колобок. Не ешь меня? Послушай вот свою песенку. Ну давай, спой мне свою песенку, потом тебя съем. Я колобок. Я от бабушки ушел, я от дедушки ушел. Я от зайки ушел, я тебя был, тоже убегу. Стой! Колобок укатился, только его волк и видел, да? Не получилось ничего. Волк укатился. Сейчас посмотрим, кто будет. Кто это? А кто это? Это кто? Волк, кто это? Кто это? Мишка. Бабок. Колобок, тише, да. Вот они у нас были, наши дети. Что говорит? Сейчас что мы закончим сказку. Давай, а потом стихок достанем, хорошо? А Миша что сказал? А Мишка колобок говорит. Что сказал? Колобок, я тебя съем. А колобок ему говорит. Не ешь меня. Послушай, мальчик, я тебе свою песенку спою. Я колобок. Я от бабушки ушел, я от дедушки ушел, я от зайки ушел, я от волка ушел, я тебе, Мишка Медведь, тоже убегу. Стой, ты куда? Кричит Мишка Медведь. А колобок укатился, его и след простыл. Не смог его догнать Мишка, остался медведь нищий. А тут идет по лесу кто? Ой, давай тоже приедет его трескать. Лисичка, ой, хитрая лисичка, да? Какая она хитрющая. Она увидала колобочка, и что она ему говорит? Пенек, ну давай на пенек его посадим, давай. Вот здесь будет пенек. Нет. Она говорит, ой, а кто это такой красивенький? Кто такой хорошенький, такой румяненький у нас в лесу? Колобочка, приятно, что ты не плачешь. Стой. Я колобок. Стой, сейчас уже кончится сказка. А что это за песенку ты поешь, колобок? Смотри, сейчас лисичка. Спой ее мне, пожалуйста. А какую песенку колобок сядет? Куда колобок сядет? Я колобок. Лисички на ноги. А лиса говорит, послушай, колобок, я стала старенькой, плохо слышу. Сядь ко мне на носок и спой свою песенку. Хорошо. Колобок сел лисе на носик и запел свою песенку. Я колобок, а лиса его съела лиса колобка. Что же делать? Живут с нами лепить. Да, но уже прискакала. Не может быть, Маша. Дома. Маша, у Маши такой есть, да. На это будет лепить песок. Такой песочек.
да. И колобочка с нами лепить. Такой песочек. И Миша будет с нами сидеть. О, Миша упал, бедный, не кормит. А ну-ка давайте попробуем сейчас колобочка сделать. Смотри, я делаю колобочка. Влад, смотри, как колобка делать. Влад. О, смотри, колобочка. Влад. Вот у меня колобочка. Влад. Маша, колобок, я тебя съем. Что мы с тобой делали? Вот а там. Ты смотри, Вовочка, так. Возьми, оставь лошадку, давай, лошадку оставь и двумя ручками. А, вот так сядь, сядь. Влад, посмотри, лошадка как. Лошадка тебе не поможет, Влад. Лошадку. Вот, смотри. Ой, какой колобок, смотри. Владик делает опять пещеру, мы делали опять пещеру. А теперь ты сделай колобок. Колобок покатился. Двумя ручками возьми. Вот так. Смотри, как бабуля делает. Вот так, двумя ручками. Оставь лошадку. Лошадку оставь. Она никуда не убежит. Оставь. Вот смотри, бабуля, какую колобка сделала. Смотри, шарик такой. Ой, колобок такой. Она сделает тоже еще одного колобочка. Нет, Влад пещерой делает. А Влад, да, он уже перешел на пещеру. Ну, лошадка не будет колобок. А как мы делали высокую, такую большую, как гора у нас была? Большая гора. Ням-ням-ням, да, лошадку покорми, Не, Вовочка, вот здесь вот здесь давай поставь вот сюда и набирай. Теперь что сделаем? Мы с напомним. Мишка. Мишка, где Мишка? У тебя нету Мишки? Это кто? Лошадка. Где? Тут у тебя лошадка. Нет, это черепашка.